«Конституция в судьбе народа». Торжественное духовно-просветительское мероприятие с таким позывом провели Академия государственного управления при президенте Узбекистана и Хакимият Ташкента. Конституция – это энциклопедия жизни, развитие справедливости для нашего народа. Сегодня в Академии государственного управления собрались люди, не по рассказам почувствовавшие на себе значение и силу Конституции. Люди с ограниченными возможностями, получившие государственную поддержку, любовь и понимание. На сегодняшний день по инициативе президента страны тысячи нуждающихся обеспечены жильем, необходимыми медикаментами и средствами. К примеру, в этом году дешевое жилье получили свыше 21,5 тысяч семей Узбекистана. 3,5 тысячам инвалидов выделены протезно-ортопедические изделия и реабилитационные средства на общую сумму 3,6 миллиарда сумов. 16 тысяч инвалидов прошли лечение в реабилитационных центрах, для чего было потрачено государством около 17 миллиардов сумов. Это не просто празднование праздника или принятие Конституции, но и еще раз оказать уважение и внимание тем людям, которые в первую очередь нуждаются в социальной помощи. И в этой связи в рамках данного мероприятия было показано, насколько они важны для государства. Каждый житель и каждый гражданин должен в своей судьбе почувствовать силу Конституции. Что это Конституция? Конституция отражает всех прав и возможности каждого жителя нашей страны, и тем более для социально направленной страны, для Республики Узбекистан. В рамках данного мероприятия еще раз было продемонстрировано, что эта часть общества тоже является актуальным и значимым для целой страны. Кроме того, сегодня здесь собрались звезды узбекской кинематографии и эстрады. Пришедших поздравляли ансамбли народных инструментов, учащиеся столичных школ и многие другие, придавшие торжеству дух настоящего праздника. Keep up.